Как вам моя новая квартира? Все в коробках. Все в коробках. Это какой-то ужас. Я тут присела, потому что я устала. Вот. Саша там разгребает одну из коробок. Сейчас пробую после один записать. Я ничего не успеваю. Я не успеваю вам отвечать. Так что, ну, разгребусь. Посижу, посмотрю, что вы пишете. Прозвучал вопрос, который мне понравился, но опять же, наверное, он кому-то еще захочет пригодиться. Как я... С чего началась Америка? Ну, сказать честно, Америка была идеей моей мамы. Вот, как бы... Это одна из причин конфликта моего с ней. Это была ее изначальная идея. На тему Америки я не хочу долго распространяться, но как бы, если бы не мама, я бы здесь не жила. Я не жалею о том, что я приехала. Я просто всегда задаю себе вопрос, а что бы было бы, если бы я осталась? Там же остались мои друзья, там остался мой любимый человек, там осталась моя родина, там осталась могила дедушки, там осталась вся жизнь, которую я не прожила. Но я не хочу туда долго уходить, это как же личные вещи. Ты все? Да. Поехали. Ты куртку одевай. Где твоя куртка, Буся? Между ты куртку одел. Что? Куртку одень. Какую куртку? А какую куртку? Где она? Где? Зай, давай быстренько. Короче говоря, я идея с Америкой была не моя. Я вышла замуж. Замужеством идея с американцами тоже была не моя идея. Опять же, тема новая. Саша, где куртка? Но в те годы, в 90-е годы, опять же, идея была не моя, я ничего не узнавала. И все, что как бы мама мне принесла на блюдечке, вот, пожалуйста, я нашла тебе женихов. Я была красива, молода, сексуальна, и мама этим воспользовалась. На меня клюнула куча американцев. Вот, ну, может быть, там человека три я познакомилась, на третьем, наверное, на четвертом я вышла замуж. Вот. Бери одну коробочку. Саш, давай эту возьму. Да, там холодно. И захлопывай дверь. Вот. Начиналось очень хорошо. Он ухаживал за мной год. Приезжал в Россию 5 раз. То есть каждые там 2 месяца, 3 месяца он приезжал. Он подарил мне очень красивое кольцо с бриллиантом. Ну и... Мне было 23 года, 24 года, и я очень маму любила. То есть, как мама сказала, так я и сделала. Я вышла замуж. Без любви, по расчету. Вот, ну, рассчитывала, наверное, на то, что как бы слюбится, знаете. У меня бабушка еще такая, что брак – это очень важно. Наверное, думала, потом дети пойдут, ну, и потом как бы все будет хорошо. В итоге ничего хорошо не получилось. Было все ужасно. Рассказываю, что такое... брак с американцем, который берет русскую женщину. Что-то не хочет. Подожди, Зай, что там тормозит, Буся? Сейчас